bounce in the top of nigga, you can't stop. Bounce. Всем привет! С вами лучший канал на Черноморском побережье. И сегодня мы отправимся в Геленджик. Мы проехали Новороссийск. Сейчас открывается просто шикарный вид. Впереди нас ждет еще одна остановка, после чего мы приедем в город Геленджик и, собственно говоря, будем снимать наш видеоблог. Как видите, пусть на то, что погода не очень нас радует, но вид открывается все равно очень-очень красивый. Что ж, мы продолжаем свое путешествие. Оставайтесь с нами. Мы доехали до второй остановки. Здесь находится памятник морякам революции. Здесь очень шикарный вид. Вот посмотрите вот туда, пожалуйста. Очень все красиво. Интересное путешествие. Мы продолжаем ехать дальше. Вот мы приехали в Геленджик. Сейчас мы пойдем на небольшой перерыв в виде перекуса. Снимать мы, к сожалению, не будем, потому что в таких местах не очень хорошо к этому относятся. Поэтому вернемся к вам немного позже. Давай. Мы находимся на самой большой набережной в России. Ее протяженность составляет примерно 8800 метров. Отсюда открывается чудесный вид. Мы начали свое путешествие где-то... близко к середине набережной. Мы будем направляться в ту сторону, рассматривать различные красивые места, и обо всем этом будем вам рассказывать и показывать. Погода нас немножко порадовала. Намечался дождь, и мы думали, что съемки будут затруднены. Но, к счастью, вышло солнышко. Сейчас оно, конечно, немножко спряталось, но в целом погода неплохая для съемок. Итак, с вами снова канал Назар Вещает. Наконец-то мы купили себе новый качественный микрофон. Только у ведущих ТНТ у нас такой есть. А сейчас мы находимся возле скульптуры «Старый маячник», основанная в 2011 году. Посмотрите, идем сюда. Смотрите, какая это красивая скульптура. Отлично просто. Выполнена на 5 с плюсом, на самом деле. Мне нравится. Хорошая собачка. Судя по тому, что она истерта, если ее погладить, то что-то исполнится. Хочу много денег, много подписчиков. Вы этого не слышали. Пойдем дальше. По неизвестным для нас причинам пляж Сосновая Роща на данный момент закрыт. Что ж, очень жаль, хотелось там побывать. Ну, как-нибудь в другой раз. Да, там ведутся ремонтные работы, готовятся к вашему приезду в город Геленджик. Они, видите, что делают? Смотрите, они берут старые палки из одного места и перекладывают в другое. Обратите внимание. Даже опытный пират будет схватки с ним не рад. Потому что пьет пират. 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 Джин! Мы находимся около скульптуры «Кот ученый», создана по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Давайте посмотрим поближе. Что это? О, слушай, какая киса. Классно прям, да, вышло? Так, подписывайтесь на канал «Назар Вещает». Хорошо. Хорошо. Эй, русалка, иди к нам. Очень интересная набережная, может быть, просто Анапская набережная нам приелась, и мы здесь приехали в первый раз, все видим, во втором, уж третий, ну, мало бываем здесь. Очень красиво, но могу отметить то, что гораздо больше памятников, заведения более интересно выглядят, набережная более озелена, чем в нашем городе. Надеемся, что наш город будет идти тоже по такому же пути, по которому пошел Геленджик. Нормально? Так, что тут у нас? Девушка. Тут ее за дитьки неплохо потерли. Я этого делать не буду. Меня тут смотрит девушка моя. Что, это снять? Давай снимем. А, это скульптура «Асоль» и ландшафтная композиция «Парусник». Нормально, короче, нормально так. Здесь виллы, всякая тема. У нас на хвосте сидит полиция, они едут прямо за нами.
Вот прям за нами едут, да, это правда. Я не знаю, что они за нами едут, но они нас преследуют почему-то. О, смотри, какой вид красивый. Найти бы парковку. Тут просто сплошная, как бы. А менты сели к нам на хвост. Я не знаю, в чем прикол, но они нас реально преследуют. Мы хотели до маяка доехать. Да, мы хотели поехать к маяку, поснимать материал интересный какой-нибудь. Ну, разнообразить, разбавить, так сказать. Заехали в какой-то там район, короче, там пограничная служба была какая-то. Мы чуть туда не заехали. И, короче, мы чуть-чуть заблудились. Куда теперь ехать, я не знаю. Будем ехать прямо, менты едут за нами. Была серьезная погоня, но мы оторвались от ментов, прям как форсажа. Мы продолжаем свой путь, мы не знаем, куда ехать, мы просто заблудились, навигатор нас подводит, поэтому будем кататься пока что, искать. Мы в поисках! Попутным ветром нас занесло в Кабардинку, мы приехали в старый парк, посещать мы его не будем, потому что погода нехорошая, и он достаточно дорогой билет даже в низсезонье. Вот, с правой стороны вы можете наблюдать то, что мы можем увидеть бесплатно, это узреть. В принципе, неплохо. Сейчас мы пройдемся немножко вперед и осмотрим все эти достопримечательности с улицы. Но, в принципе, здесь очень красиво. Если вы хотите устроить романтическое свидание девушки, то, приехав именно сюда, вы не прогадаете. Ну, правда, придется на бензин потратиться и на билеты. А так, в целом, будет масса впечатлений. Главное, чтобы была хорошая погода. Вот, пожалуйста, не поснимай вход там. Очень красиво, красивые архитектурные здания, дизайнер, посмотри, как красиво. Приехали в город Новороссийск, решили посмотреть некоторые достопримечательности. Вот одна из достопримечательностей, это вот этот вот красивый корабль, который должен был отправиться в Крым. Ну, до конца эту историю я не знаю, почему он остался здесь. В общем, он остался здесь, он вот такой вот красивый. Тут еще плавают уточки. Были бы семечки, я бы их покормил. Что ж, перейдем к основному нашему эксперименту. Сейчас мы будем замерять глубину здешних вод. Погода, да. Погода класс, можно вот ходить вот. Налегке. Оператор под зонтом. Оператор просто слабак. Здравствуйте, телеканал ТНТ. Что вы расскажете про ваш город? Мы не местные, приехали, вот первые наши впечатления. Что вы расскажете? Ну, дождь идет. Так, ваши впечатления. Скучный город. Скучный город, вы что скажете? Вы любите этот город? Ну, так, да, немножко. А какие достопримечательности можно осмотреть здесь? Ну, во-первых, набережная. И все. И все, хорошо. Идет дождь, а так вот. Хорошо, спасибо, так, спасибо. Здесь хорошо. Спасибо за то, что посмотрели наше видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Будет новый контент, будет много интересного. Я ради вас даже капюшон не одел. Пожалуйста, поставьте лайк.